Вы на канале Авокатик. Сегодня мы разыграем сцену, как, допустим, сходить в магазин за луком и за другими зеленью. Я пойду в этот магазинчик. Ну что, давайте, я буду переодеваться. А точнее, я даже утро, так что мне нужно еще сходить в душик. Взять душек. О, какой освежительный душ. Мне так нравится. Кладем душек. Скользко, надо быть осторожной. Так. Ну, я все, теперь можно идти одеваться. Так, где тут моя курточка? А, вот же она. Коляску положила. Так, нужно ее одеть. Ой, упала. Ладно, сейчас оденем. Так. Теперь. Так, одна рука готова. Теперь одеваю вторую. Так, все, я готова. Теперь нужно взять мой рюкзачок. Так, вот мой рюкзачок. Так. Ну все, теперь можно и выходить. Пошлите. Так. Вроде бы я последний раз ходила вот по этой улице. Ох, надеюсь, иду по правильному маршруту. А, вот же этот лук. Ой, рюкзак упал, надо поднять. Сейчас оденем его на спину. Ой, ну где же она? По-моему, в той стороне была. Нет, или в той. А, да вот же она. Ой, здравствуйте, бабушка. Ой, девочка. Ой, бабушка, мне нужно немножко всего, что, ну, как вам сказать? Говори, как есть. Ну, мне нужно, во-первых, вот этот замечательный лук, вот он там. Ну, давайте еще вот эти яички, три огурца, нет, давайте все огурцы, в общем, все скупаю. Все? Да, все, и эти банки две молока, картошка, разумеется, там вот, которая, все беру. Отлично, хорошо, сейчас я тебе все сложу, давайте. Ой, помидор, ай, ой. Ой, что-то у меня так голова болит. Ой, девочка, иди сюда. А, с вами хотите? Помоги кто-нибудь.
сейчас съем. Доставайте жилёк-лебедь. Ты чего? Ну-ка, вставай, оттянись, оттянись, меня посадят. Ох. Напугала, конечно. Ой, я на твои помидоры села случайно. О. Садись туда, подальше. Ох, ну же приснится же такое. Я пока соберу все твои покупки. Понимаете, бабушка? Просто, когда я начала кричать, что такое? Мне показалось, что вы были зомби. А, так это на тебя, наверное, помидорами попало. Вот тебе приснилось. Просто когда ты там лежал, я пыталась тебя очнуть. А, так вот почему мне такая страшилка приснилась. Ох, ничего вас жизнь не учит. Вообще, скоро так совсем уже будете путать правду с неправдой. Так, вот моя дорогая, все твои покупочки. Хорошо, вот эта корзинка с картошкой. Можете еще, пожалуйста, сложить. Так, вот эту корзиночку я сейчас заказывала. Да-да-да, сейчас, сиди. Ладно, хорошо, сяду, бабушка, мне спорить не надо. Так, давайте. Сейчас я буду к тебе все в рюкзак складывать. Так. Сейчас к себе. Так, ну что, давайте следующее. Да, это вы делали? Конечно, я, кто же еще? Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь, я это все заплачу. Рюкзачок. Так, сейчас будем одевать его. К сожалению, не влезет, придется брать в руках. А денежки? Ой, простите, ради бога, меня, пожалуйста. Да ничего, меня уже многое пытались обмануть. Я старая, как оказывается. А много всего еще могу. О, я совсем забыла, я же забыла купить лук. Я же за ним дошла эту всю дорогу. Лук? Ну да, вот он, лук. Вот он, вот этот вот. Вот он красивый какой. А, конечно, конечно, сейчас сорву. Я сорвала два лучка. Сейчас запакую. У меня еще осталось немножко пленочки. Вот, вот сюда вот сейчас запакуем. Давайте я картинку сделаю. Правда, что ли? Чего ты так много несешь? Иди сюда. Сейчас монтируем тебе корзинку. Хорошо, иду. Я встану. Так, давай все сюда продукты. Хорошо, сейчас. Берем корзиночку и отсоединяем от нее все ручки. Получилось вот так вот. Теперь берем корзинку, которая наша, разумеется, наша, которая у нас из такая блестящая, не помню, как называется цвет. Так, теперь к ней надо пристегнуть по ногам ручки. И получается вот такая корзинка. Я снизу еще закрепила пластилинчиком. Вот, смотрите, вот так вот. Всё, теперь можно ложить сюда продукты. Ой, бабушка, большое вам спасибо. Я бы никогда не додумалась сделать такую крутую корзинку. Да не за что, складываем. Я сейчас сложу тебе продукты, не беспокойся. Все, ух, вот я устала тебе в корзинку все загружать.
Ну, пора и рассчитываться. Где твои денежки? Вот, держите. Там все деньги. А сдачу оставьте себе. Я не сказала, сколько там денег. Я дала больше. Да, с вас сейчас из тебя выйдет. Сейчас я посчитаю. Так, 4 гульца. С тебя выйдет 60 рублей. А не плюс молоко равно 78 рублей. Надь, там как раз есть. Сейчас. Давай. О, тут даже больше. Берите, вам нужнее. Я пошла, до свидания. Пока. Приходи еще. Ой, да, здоровская бабушка была. Фу. Все-таки мне интересно, как она или нет. Да, она права, это был сон. Не могло же так на самом деле. Обычная безобидная бабушка на самом деле страшная и коварная. Нет, такого не может быть. Так, я сейчас поставлю сейчас тут корзину. Так, я пойду сниму куртку, наберу корзину. Так, вот я принесла еще продукты. Так, все частями все унесу. Сначала... Нет, понесу все, сейчас все сложу. Так, вот я все. Надо тихонечко пройти на кухню. Тут тетя Айлина сейчас будет. Сейчас я положу корзину. Я открою холодильник. Осторожно. Так, ну что, нам нужно будет брать продукты. Сейчас будем загружать. Это кладем вот сюда. Так, теперь кладем морковку на этот подносик. Так, теперь огурцы. Кучку помидорчиков вот сюда вот. Так, теперь лучок положим вот туда. Ой, что это с моими руками? Я как запачкалась чем-то. Наверное, с земли. Надо помыть. Так, у меня руки вот тут. Вот можно... Вроде бы отлипло. Вот это сейчас положим в холодильник. Так, положила. Следующий фрукт. А эту нужно поставить на полочку. А это вот сюда. Сейчас еще все разложим. Всем пока-пока! С вами был канал Авокадик. Подписывайся, ставь лайк и пиши комментарий.
Мне было очень приятно, что ты подпишешься. Или поставишь лайк, или напишешь комментарий. Так что давай. Я думаю, я тебе дам вполне 6 секунд, тебе хватит. Я веду отчет. Начинаем. 5, 4, 3, 2, 1. Молодец, ты подписался. Всем пока-пока.